Жители авиационной попросили помощи у властей. Проезд к частному сектору облюбовали для складирования дачного и другого мусора. На контейнерной площадке установлен один бункер для сбора габаритных отходов, который быстро переполняется. На проблему тут же отреагировали городские власти. Мэр Юрий Гришан дал поручение ликвидировать несанкционированную свалку. Порядок наводил комбинат зеленого хозяйства. Эта площадка всегда была проблемной, но с приходом регоператора она должна была, эта проблема, исчезнуть. Потому как всем жителям данного района выставляется абонплата на сбор и вывоз захоронения отходов. Региональным операторам предпринимаются все возможные меры для того, чтобы обеспечить вывоз того мусора, который должен здесь накапливаться по нормативу. По сообщению регионального оператора, бункера для отходов, установленного по улице Авиационной, по нормативам более чем достаточно. Но количество мусора, который скапливается здесь, превышает норму почти в 3 раза. По словам коммунальщиков, связано это с тем, что на данную контейнерную площадку везут мусор не только жители близлежащих домов, но и те, кто не живет в этом районе. Несмотря на количество мусора, превышающее норму, региональный оператор готов вывозить его чаще, но при этом просит граждан быть аккуратнее и не разбрасывать его по прилегающей территории, аккуратно складировать в мусорный контейнер. Чтобы навести порядок, понадобилось несколько дней. При этом пришлось задействовать значительную часть сил и одновременно с этим оторвать сотрудников КЗХ от реализации плана благоустройства городских территорий.